Добрый день, мои дорогие! Мы с вами находимся у меня на подоконнике на Восточном. Там растут гераньки, это мирт. И вот тут мне Гульжан, моя постоянная зрительница, написала, что она новичок в уходе за растениями, и поэтому много для нее непонятно. А я вам вот что скажу, мои дорогие. Не обязательно быть новичком или не новичком, самое главное – внимательно относиться к своим цветочкам. Любить их, разговаривать с ними. Вот моя мама, она всегда так и делала. Подойдет к цветочку и скажет: «Ну, здравствуй, мой дорогой, ну как у тебя настроение, вижу сегодня веселенькое, вот какой ты зеленый. Так, будешь цвести у меня в этом году или нет?» «Я надеюсь, в прошлом году я тебя в палисадник высаживала, так что давай, обрадуй меня своей крепостью, своими красивыми цветочками». Ну вот как-то так, посмотрит все вниз и скажет: «А вот мой лимончик, я тебе тут подрезала веточки, чтобы не распространялся, ну уж извини, у нас тут так на подоконнике, не забалуешь. Давай крепни, чтобы стволик у тебя был крепкий. А разрастаться тут нам куда? Особо некуда». А вот видите, это у меня мандаринка. Тут их у меня два на самом деле. Их я подрезала осенью. Ну вот немножко листики так опущены вниз. Пока не знаю, с чем это связано. Может, с недостатком освещения, а может, с избытком. Ну, по крайней мере, как-то так. Вот, и кофе еще. Вот у кофе наблюдается хлороз. Надо его подкормить. Срочно подкормить удобрениями. Ну, ничего. Но я вам хочу сказать, вот что тут у меня. Один маленький секретик. Под мандаринчиком сегодня заметила только, видите, вот эту малепуху. Что это такое, как вы думаете? А это я уже сама забыла. По-моему, это черенок фикуса. Вы посмотрите, он не завял, он выдал. Что-то выдал. Такое вроде листиков зелененьких. Собрал все свои последние силы. Посадила я его под мандаринку, чтобы не забывать поливать. Ну и плюс почва под растениями, она не закисает. А если черенок посадить в почву, он может там сгнить, потому что корневой системы у него еще нет, и он не может побороть местные микроорганизмы гнилостные. Так что вот смотрите, какой красавчик. Ну надо же, не ожидала. Так, хочу, чтобы вам было хорошо видно. Я даже не знаю, что это. Ну, похоже, как будто бы он в мольбе сложил свои ручки и молит. Солнцу молится. Говорит: «Солнышко, помоги». Ну, я не знаю, что это такое. Мы с вами разглядим это, когда полностью разовьется вот эта точка роста, как я считаю. Вот, я его опрыскиваю каждый день водичкой. Неужели он у меня будет расти, а? Потому что у меня больше нет фикуса каучуконосного. И вот этот черенок. И пока что я вижу, что он хочет жить. Давай, живи. Не буду тебе сильно мешать. Расти, живи, набирайся сил. Весна пришла, друзья. Будем отслеживать, что с ним произойдет. Ну, по крайней мере, форма очень интересная, правда?
Вот я тут рыхлю иногда земельку. Поливать сегодня не нужно. Все тут влажное. Я поливала раненько утром. Так, и под кофе тоже подрыхлю землю. Друзья мои, разговаривайте с вашими растюшками. Давай. Интересно, как ты молишься своему растительному богу? Мне так интересно. Давай, я за тебя тоже помолюсь. Флоре помолюсь. Флора ее, наверное, зовут. Ладно, друзья мои, пока вам и всех вам благ. Посмотреть, что у меня еще растет на подоконнике. Ну, можно, конечно, и в этом видео. Я просто вам издалека покажу. Вот там возле окошка это гранат. Тут их раз, два. Вот еще есть гранатик. Сейчас резкость поднаведем. Вот так. Не знаю, как тут с резкостью. Так, на мелкое не хочет наводиться. Вот, а это у нас герани. Вот, вот так. Гранат. Мирт. Мирт. И там вдалеке гераньки. Там еще есть суккулентики у меня. Я их тоже к ним очень бережно отношусь. Они под самым. Вот там. Вот они. Под самым-самым окошком. Вот сейчас не могу сказать, как называется, но это вот определенный вид кактуса. Видите, какой красавчик вообще, деревце растет. Но я его тоже берегу, разговариваю с ним, потому что некоторые пришельцы бывают... показывает свой характер, да? Но мы же друзья, мы друзья. Смотрите, какие у него трубочки тянутся к солнцу и розовеет рыльца на концах. Вот. Ну ладно, я думаю, что добавила вам немножко позитива с утра пораньше или когда вы смотрите мои видео. Ну все, а пока-пока. А на улице вы видите, там у нас снег еще лежит на дворе. Так что это зима, друзья. Ну все, всем пока. Разговаривайте с вашими питомцами, и неважно, сколько лет вы занимаетесь растениями, ваше внимание, ваша любовь, они дадут свои плоды и свои результаты. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А с вами была Диана.